Здравствуйте, мои уважаемые зрители. У нас прогноз «Энергия июля» для знака Зодиака Лев. Давайте посмотрим, какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в июле. Работать я буду на Таро Акаши. Ну, эта колода имеет доступ к вашим хроникам Акаши. Они работают на прямых и перевернутых. Энергия июля, знак Зодиака Лев. Энергия, с которой вы войдете в июль, из июня. Что у вас будет происходить в июле? Первая декада. Вторая декада. Третья декада. И энергия, с которой вы выйдете из июля в август. Да, три карты ключей. Ключи у нас это ценности, богатство, успех, имущество, изобилие, карьера, власть, уверенность. Уверенность в своем завтрашнем дне. Энергия, с которой вы входите в июль из июня. Здесь у вас ложится двойка силы. Карта называется Девилу. Девилу это Ива, и карта у вас прямая. В прямом положении мы видим, что большая, великолепная ива стоит под летним солнцем. Вот это величественное дерево является сильным и гибким. И вы сейчас такие же. Ива, она распространяет свои корни глубоко и широко, как бы создавая вот эту прочную основу, способную противостоять чему угодно. И сейчас пришло время вам стоять гордо и почувствовать поддержку земли под ногами. Вообще, эта карта указывает для вас на очень спокойное время, так что наслаждайтесь сейчас вот этой мирной энергией. Но также карта может показывать время силы, которое идеально подходит для укрепления основы на работе, в семье, в вашей душе, в глубине вашей веры в самого себя. Стойте сейчас гордо, будьте уверены в своей истине. Совершайте действия, которые способствуют росту всего прекрасного в вашей жизни. И знайте, что сейчас вы могущественны. И несмотря на то, что вы сейчас сильны, вы еще обладаете сейчас очень большой интуицией. Первая декада июля, здесь ложится первый старший аркан, это оракул Дельфи. И она у вас прямая. Мы видим, что вот эта пифия, или дельфийский оракул, сидит вот на этом треногом стуле, который даже не касается земли. Эта женщина получает информацию от высших сил из космоса, но она умеет не только эту информацию получать, она еще ее умеет объяснять. То есть она ее получает интуитивно и передает вот этому жрецу, который ее записывает для нас. И в этой карте есть два важных ключа для вас. Именно в духовном развитии, это понимание и объяснение. Когда эта карта приходит, она говорит, что вы сейчас находитесь во время огромной внутренней духовной силы. И даже если вы сейчас этого не осознаете, это лежит где-то очень близко с вашим пониманием. Скорее всего, вы использовали этот дар в ваших прошлых жизнях. Сейчас вы можете принимать образы, предчувствия, даже не зная, как их объяснить. Делайте заметки, когда вы получаете инсайты. Вот это ваша повышенная интуиция и самосознание помогут вам в вашей жизни. То есть, если вы услышите вот этот призыв, ваш внутренний голос, и ответите на него, то вы станете оракулом в своей собственной жизни. Вторая декада июля, у вас ложится двойка ключей, карта прямая, она называется Детреже. Детреже – это сокровище. Да, карта говорит, что человек пришел домой и видит, что весь его дом разграблен, а то, что не украли, то сломали.
Но позади него, вот здесь на маленьком столике, стоит сундучок, из которого пробивается лучик света. И это единственный нетронутый предмет вот в этой комнате. Карта может представлять какую-то большую потерю, может быть, неприятность в вашей жизни. Это может быть потеря работы, отношений, может быть, каких-то возможностей. Но помните, что это период временный. Да, это может занять некоторое время, ваши усилия, чтобы восстановить ваши силы. Но внутри вас есть вот это огромное сокровище, которое всегда доступно. Вот этот маленький сундучок показывает ту часть вас, которая заполнена светом. И он неуязвим. Он никогда не может быть вами потерян или поврежден. Самое главное, не зацикливайтесь вот на этой потере и разочаровании. Откройте крышку вот этого вашего внутреннего света и позвольте ему осветить ваш путь. И тогда вы увидите новые возможности и огромное благосостояние, которое ожидают вашего открытия. Третья декада июля ложится четверка ключей. Карта называется Clearing the Way, расчищенный путь или ясный путь. Она у вас прямая. Мы видим, что мужчина и женщина на своей шикарной карете ехали вот в этот свой дом, который виднеется вдали. И у них на пути образовалась преграда в виде упавшего дерева. И это дерево блокирует их путь. Но, тем не менее, у мужчины есть топор, и он готов расчистить дорогу. Эта карта может являться мощным сигналом, что сейчас для вас наступает время предпринять значительные действия для устранения препятствий на вашем пути. Это может быть в вашей личной жизни, в отношениях, на работе, а может быть в связи с вашими творческими проектами. Вам надо быть здравомыслящим, с ясным умом, поэтому действуйте спокойно и продуманно. Если же вы будете слишком нетерпеливы, возбуждены, а вы можете просто попусту потратить вашу энергию, а может быть даже нанести себе ущерб. Ну и с другой стороны, если вы будете чересчур спокойны, осторожны, вы не очистите этот путь до конца. Поэтому будьте решительными, сильными, когда вы трудитесь, чтобы устранить какое-то препятствие, которое блокирует ваши шаги. Со временем и с вашим вниманием путь к вашей цели будет открыт. Ну и энергия, с которой вы выходите из июля в август, здесь ложится пятерка ключей. Карта называется «Желания исполнены». Мы видим на этой карте, что дом – полная чаша. Здесь и яство, и ключи, и монеты, корзины с хлебом, с фруктами, с вином. То есть вот изобилие. Но еще и сам дом потрясающий, да, и вид из окна шикарный. Эта карта для вас является знаком, что пришло время вашим желаниям быть исполненными. И все ваши мечты будут реализованы. Очевидно, какое-то время вы испытывали трудности, но теперь уже все позади. Сейчас к вам приближается изобилие и богатство. Ключи вот от этого замка и близлежащих земель теперь ваши, поэтому празднуйте. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всего вам хорошего, до свидания.